справа, слева от сцены. Тимара, мы в гримерку зайдем? Справа, я думаю, что... Пойдем? Заработал главную половину человечества с этим вопросом. И сразу ко мне. Главное, как я, долго ли я собирался. Что, какое платье, с ума сойти можно? Что вас интересует? Выберем все внутри, где его можно купить. Содержимое. Платье, и, конечно, все содержимое. Сожжение чего, мое платье или нашего содержания? Творчество. Дуэт, песня. Мы готовились сегодня вместе, созванивались, спрашивали, например, Дима, что я делаю. Казалось бы, Юля должна была опаздывать, опоздал я, вот, Дима встретил. Я уже привыкла, что Дима опаздывает. Не первый день встречаемся. Хорошо, что не опоздали на Ты, пожалуйста, уточни, не первый день встречаемся, так же подробно. Кто для вас сегодня создавал костюмы? Кто? Дизайнеры в магазине. Слушайте, ну магазины, дизайнеры, вот рассуждение, кто как в каком мейкапе накрашены. Ну, накрашены, одеты, да. Ну, нам интересно, понимаешь, все хотят знать. А какой сегодня дизайнер? Вот у меня сегодня шил, например, Лена Хамадулина. Да, туфли. Версачи. А погодка была? Погодка, которую, я думаю, что вот это уже такая слишком такая близкая тема. Юля, не надо, я не шитяна, так что не стоит. Да, ну, один разок это никогда не помешает. Нет, ну, на самом деле, все могу сказать, вы выбиваетесь из толпы, это ваша главная задача. Могу сказать, что заметил сразу в конце коридора. Вау, мне повезло. Так что, да. Я уже рада. Скажи, ну, где костюм такой можно подобрать? Костюм Гальяна. А где такое можно подобрать платье? У кого? Расскажи. Покупал за границей. Знаете, я не люблю вот эти все разговоры, где кто, какой дизайнер. Давайте о чем-нибудь другом. Хорошо, кто тебе дарит сережки? Кто тебе дарит украшения? Я не могу сказать, что лучшие друзья. А можно ли простить вообще мужчину? Друзья, мужчины. Подарок? Да. Простить мужчину за подарок? Да, вот этим подарим. А я считаю, что мужчина не должен делать ошибок, чтобы потом дарить подарок. Она должна просто дарить. Но иногда же мужчина делает ошибку. За это не обязательно дарить подарки. Нет, но иногда хочется, конечно. Знаете, такое ощущение, как будто когда дарит подарки за ошибку, это как такое, ну, типа, свою вину заглаживаем подарком. Подкупить. Меня так вот не проведешь. Я могу сказать, что да, иногда хочется, иногда испытываешь какое-то чувство вины, хочется откупиться, правда. Но иногда, то есть зачастую просто по настроению, не знаю, едешь, покупаешь букет. Я, например, своей консьержке раз в неделю дают цветы. Поэтому, в принципе, в порядке вещей, да. Я вот вижу, если у человека плохое настроение, то все что-то подарить. Но всегда получается, потому что зачастую я не нахожусь в адекватном состоянии, поскольку я постоянно работаю, друзья мои. У тебя целая коллекция очков. Откуда у тебя очки? Боже, откуда вы знаете, что у меня коллекция очков? У меня на самом деле всего два очков. Это единственная марка, которую я ношу, это этих двух людей Дольче Габбана. Больше я ничего не ношу, я только нижний билет. Самый удобный, наверное, делают. Верхний. Я просто ненавижу чаечки, понимаете, вот эти вот. Ну да, не очень. Люблю, да, три четверти. Вам что-то удобно. Удобно. Вот мы, к сожалению, не знали, какие от кого трусики на Юленьке. До свидания. Я без трусиков. Ура!